Всем привет, ребята! Короче, сегодня я буду вступать в Кавказ. Ну что ж, ладно. Не буду вас долго задерживать. Единственное, скажу, подписывайтесь на канал с колокольчиком, чтобы приходило оповещение. И ставьте лайки. Давайте наберем под этим видеороликов 2 лайка. Все, пока. Смотрите видос, приятного просмотра. Представьтесь. Кирилл Кравин, 9 лет в стране, в Малиновке. Так, на чем мы остановились? Ты паспорт ПРП кидал? ПРП? Ну, а, еще нет, давайте сейчас. Давай, только там особо не копошись в карман. Паспорт в руке и бросай сразу. Сладенький минут. Ты можешь мне еще приготовить? 20 штук. Ага. Давай. Так, ну мы на проверке. Неужели нам никто не мешает? Ну что ж. Блин, на самом деле очень прикольный момент. Я надеюсь, того я вырежу, потому что полный хаос. Да, я вкратце бери. Покажу. Так, ну что ж. Ждем. Ну, просто так, спасибо, что... Так. Так. Что же нам зададут? Я надеюсь, не сильно сложное, потому что я все позабывал на самом деле. Так, хорошо. Так. Он что-то пишет, но не пишет. Я не знаю, что мне надо делать. Так. Пас. Ага. Ну все, то есть сейчас ПР покидаем. 96. Ой. А? С какой-нибудь? Гуша, я тебе тут двух девушек привела. 36. А, нуля сегодня вообще, да? Сегодня стеночки, я поймаю, будет весело. Всё, подождите, сейчас его проверят. Так. Да, пусть к стенке ставим. Все хорошо. Всё? Лол, чё? Мне даже ничего не сказали? Стой, надо запомнить его ник, надо запомнить его никнейм, надо запомнить. Все, запомнили его никнейм, теперь будем стоять очень долго, очень много. Но я надеюсь, этого стоит. И жалко, что он восьмерка, он не девятка, он восьмерка. Вот это печально. Ну, блин, хорошо, половину пути уже сделано, осталось подождать. Что ж, половину пути сделано, осталось дождаться девятку, да? Девятка ж может принять. Восьмерка не может, он восьмерка, вот, к сожалению, жалко. Почему он не девятка? Ну ладно, что ж, я подключусь, когда станет интересно. Все, теперь для вас это 1 секунда, для меня это... несколько часов. Пока. Внезапное включение. Пришел Микки. Передаю привет Микки в этом видеоролике. Микки, здорово. Привет. Да, жду, пока меня примут. Да, меня Гоша Фифер проверил.
А ты можешь принимать какой-то... А, жалко, жалко. Ну да, я забыл просто. А, блин, а я думал это... Короче, Микки, здорово. Передаю привет Микки. К сожалению, никого здесь не слышно, потому что я убрал. Здесь полная жесть, я бы не смог записать это. Микки, здорово, передаю привет. Жду дальше. Я почему-то подумал, что у него девятка, а не восьмерка. Ну ладно, все, ждем дальше. Блин. Микки снова привет. Опа! А тут этот Кевин! А, да, да ладно! Все, нас принимают, ребят. Обалдеть, это быстрее, чем я думал. Это быстрее, чем в скинах. В скинах мы ждали 2 часа, а здесь просто на изи. Что, серьезно? Келвин, привет, Келвин, привет. Если что, ребят, теперь я играю, ну, понятное дело, на 4-м сервере, как и было. И теперь я в организации Кавказ. Честно, надоело работать. Я хотел сделать еще пару ряд видосов, где я работаю на развозке, но, честно, устал. Устал, устал этим дерьмом заниматься, понимаете, сами. Работать вот это. Буду теперь пушить в ИЧ. Боже, наконец-то. Вот это прям кайф. Ну, давай, 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 Келвин. Келвин, давай. Блин, я в самом конце. Печально. Ну, ладно. Ох. Замечательно. Все, просто жду, пока мне выдадут форму. Если что, скажу. А если у меня 1 звезда? Ну, хотя сейчас, по идее, будет, мне ее снимут. Но если с этим будут проблемы, то я надеюсь, он не уйдет. Ух, как палец хрустнул, слушай. И все будет хорошо. Блин, я реально надеюсь, что звезда моя ничего не это самое. Блин, простите за шмыга. Я их по-любому вырежу. Я... Меня тоже глушу. Опа! То есть все можно. Отлично. Ну что ж, ребят. 1, 2, 3. Опа, снова здесь. Ну что, ребята? Дайте, дайте ПТ кто-нибудь, дайте. Продайте ПТ. Фалим, 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 продай ПТ. Ладно, ладно. Поеду без патрон, в принципе, не проблема. Все, я теперь в Кавказе, в Кавказе. Да, тебе на ВЧ? Если на ВЧ, то садись с удовольствием, я тоже. А, до банка, ну погнали, поехали, садись. Присаживайся, присаживайся, дорогой дружочек. Правда, я лишился самого главного, наверное. Это... Эх, пассивный режим. Ну, у меня его и так не было из-за 1 звезды, но все же. Печально, печально. Пассивочка. Но зато... Да, давай. Но зато мы можем пушить в ЧФ. Пыхаться, ну, каптится этот самый. Ну, я пока не буду, естественно, мне дигл надо вкачать. Давай, давай, я тебя буду ждать. Братка. Хе, братская сила. Ну, ладно, буду заканчивать этот видос. Наконец-то я стал кавказцем. Обалдеть. Вау, вау, о май гад. Это случилось. Ну, подождем, подождем. Это случилось. Обалдеть.
Ну что ж, с вами был... Какой Салгрей? Боже, Дэн Ху. Кстати говоря, ребят, скоро новый трек. Я понимаю, этот видос короткий, но простите. И скоро новый трек выйдет, он, наверное, сейчас. Как вам? Как вам? Все, ждите, я... Естественно, оно будет на Сал-стриме, на моем музыкальном канале. Ну что ж, с вами был Дэн Хул. Слушайте треки на Сал-стриме, ссылочка в описании, скорее всего, первая ссылка. Или я не знаю, мне лень будет добавлять ее. Но где-то будет ссылочка на Сал-стрим. Все, всем пока. Пока. Удачи.